И снова здравствуйте. Это третья часть по постройке шасси, увеличение базы. Значит, что сегодня я доделал деку. Вот. Немного убрал по бокам лишнего, так как была избыточная ширина. Чуть-чуть сделал более стремительно. Вырезал отверстия посадочные под задний бампер. Передний бампер отверстия. Значит, верхнюю распорку подготовил. Кардан. Кардан был сделан на скорую руку. Сделан из такой шпильки М6 резьбовой. Ничего сложного. Далее сделал крепление под корку кузова из гибкого пластика и бампера стандартный. Взял. Также сделаны крепежи под бампера, отформованы. Переднего, только заднего. Все доставало без проблем. Значит, все собираю и смотрим, как это все выглядит. Что ж, вот такая шасть получилась. Бампера стали как родные. Ну, как я уже сказал, отформован под них крепеж, чтобы все стало по заводским отверстиям. Прям можно было менять передний бампер, все держится крепко. Верхняя распорочка также 3 миллиметра. Сделал две стойки опорные, жесткость колоссальная, об этом даже говорить не стоит. Кардан пока стальной, будущее переделаю на алюминий, чтобы было полегче, скажем так. Вот. Что на борту по электронике? Вся электроника еще куплена на Хобби Кинге. Значит, мотор на 330 кВ, регулятор на 60 ампер и серого, по-моему, килограмм на 20-25, уже не помню. Все работает безотказно. Так все это выглядит. Честно говоря,
результат даже превзошел мои ожидания. Вот. Корку я уже обклеил нейронным скотчем. Одевается без проблем. Сидит идеально. Ну и самое интересное, сколько же она прибавила в весе. Так, где мои весы? Значит, напомню, весила она до этого постройки по килограмму 188 грамм. Сейчас вес составляет 2 килограмма 244 грамма. Слушайте, прекрасный результат. Это получается разница на всего лишь 56 грамм. Блин, это вообще шикарно. Думаю, будет больше. Для понимания, разница между аккумуляторами, ну, допустим, у меня двубаночный, трехтысячник, весит 195. Такой же двубаночный, пятитысячник, весит 310. Да, это больше 100 грамм. Я уже не говорю о трех S. Вот, 3S. Пятитысячник вообще весит 3 4 330. По большому счету проблема в основном бронтозавра это не подрессоренная масса. А не подрессоренная масса — это у нас, может быть, кто-то не знал, это колеса. Чем больше колеса, тем тяжелее, соответственно, разгоняться, тормозить автомобилю. И тем самым привода и дифференциалы возрастает нагрузка и приводит к большому износу и поломкам. Наверное, давайте подкинем аккумулятор. Вертится, посмотрите. Отлично. Все, осталось накинуть, только сделать отверстие под лямки для аккумуляторов и поставить ограничители. И буду уже тестить в следующем выпуске. Так что, кому интересно, смотрите, как это поедет.